С 12 октября по 12 ноября в Пинске проходит месячник по благоустройству города. Активисты Белорусского республиканского союза молодежи со своими старшими коллегами из общественного объединения «Белая Русь» вышли на уборку опавшей листвы в сквер 900-летия города Пинска. Как проходила генеральная уборка в нашем следующем сюжете. За время месячника, который традиционно проходит в нашем городе, активисты Белорусского республиканского союза молодежи чуть ранее высадили саженцы деревьев. Сегодня, взявшись дружно, за грабли лопаты принялись за уборку городского сквера в центре города. Не холодно? Нет, жарко. Ребята с энтузиазмом приступили к уборке сквера и буквально за час наполнили десятки мешков опавшей листвой. Сегодня в рамках месячника благоустройства города мы убираем данный сквер, и на уборку явились активисты двух колледжей, индустриально-педагогического и аграрного технического колледжа имени Клещева. Традиционно вместе с активистами Белорусского республиканского союза молодежи в уборке этого сквера принимает участие руководство городского комитета общественного объединения «Белая Русь» вместе со своей первичкой из центральной городской библиотеки. Наши окна направлены на этот сквер, но как не убирать его? Сама, как говорится, место расположения этого сквера и нашего офиса диктует эти условия, чтобы именно здесь мы поработали. И поэтому мы два раза год с очень большим энтузиазмом здесь принимаем участие вместе с БРСМ и убираем этот сквер. Подобные мероприятия еще раз доказывают, что только объединив усилия, мы можем сделать наш город чище и красивее.